Вы судовны тому, что вы подписали не один зворот под гола. А под гол идем моим шляхом. Дякую Владимиру Подголу за то, что обороняя батьку, за то, что обороняя его от Якубовича, за то, что звертается у КДБ, у службы безопасности президента, у МУС, тому все толстуем за Александра Толстыка и все на выборы. Не слухайте ОБСЕ, они провокаторы. У нас все судовно будет. Руслан, скажите, когда новый фильм? Новый фильм Facebook.com творцы вышел на Ютубе. Иван Грозный, Алексей Петренко. Тому, коли ласка, глядите. И про что? Про что он? И он про то, что треба моцная улада у одних руках, каб заховать суверенитет державы и незалежность у оточенні ворогов. Тому зараз мы уступаем у НАТО. Я сегодня телефоновал и ту амбассаду и России, и США. И зараз мы пойдем супроти Ларионова, советника Путина, який каже, что Россия будет нападать на Беларусь. Мы не допустим захопу нашей державы. Знаете так, америкосы, блин, елки-палки, говорят, что в их самом предложении демократия выглядит как бы грязное слово, блин. Вот. Я за это отвечаю.